Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy Note 20. И сейчас мы разберемся, как добавить разблокировку отпечатком пальцев на данное устройство. Итак, для начала мы перейдем. Включим наш девайс. Как видите, сейчас я его могу... То путаю графический ключ, то еще чего-то. Но, как только у нас появится... Отпечаток пальцев на телефоне будет явно удобней. Потому мы заходим в настройки, безопасность и конфиденциальность. После чего выбираем экран блокировки, отпечатки пальцев. Вводим наш графический ключ или пин-код, нажимаем продолжить. Зарегистрировать. Потом сканируем палец, там где нам говорит телефон. Старайтесь сканировать разные части вашего пальца, чтобы потом не возникало проблем при сканировании отпечатка. Нажимаем «Готово». И вот здесь ставим разблокировку отпечатками. Теперь, когда наш телефон заблокирован, есть возможность разблокировать его отпечатком пальцев. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч.